Степанович, неоднократно мы писали напротив филиал поликлиники по Комарово. Новые фонари, которые на средства ФосАгро были поставлены, не горят. Вот именно этот блок. Почему? Да, на самом деле имело место быть отключение. С подрядной организацией, которая выполняет работу, там у нас есть короткое замыкание. После того, как было замечание, мы устранили, если по-новому не горят. Вчера не горел опять. Не горят. Возьмите на контроль, если у нас объект находится в гарантии. Да, так вообще. Срок 2 дня, чтобы все было устроено.